Здорово, народ, давненько не виделись, обзорчик срочный. Как видим, ножик с огнивочкой. Почему срочный? Потому что только что закончил. А адресата хозяина нету. А так, неизвестен только город Екатеринбург. Звонил, писал. Ну, пока что он спит, наверное. Давненько на связи не был. Куда-то. Судя по аватару, человек любит экстремальный спорт. Ну, а так, ножик с огнивой. Бычий хвост, конский волос с огнивой. Сталь РВЛ-34. Супер капик. Птичий глазик. Никаких изъянов. Прямой спуск. Ну, вот таким маленьким таким. Можно и сказать узорчиком. Кованый дол, клеймо мастера. Длина клинка 13 ровно. Вот, ребята, палец не до конца зажимается. Травма сказывается, гады. Имеется в виду, в том плане, гады, болезненно очень. Ну, выживает, немножко осталось. Сам себе виноват. Никого не вину, ребята. Тут 3-4 обух. Такой вот красавчик. Красавчик. От души сделано. Хозяин ждет. Долго я делал этот ножик. Надо сказать прямо. А, давайте попробуем. Огнивочка. И тут в огниве я сделал один только момент. Вот в таком положении доходит вот так. Смотрите. В таком положении уже вот так. В таком положении вот так. Короче, мешать будет. В таком вот так. И только вот в таком вот так. Понятно? Хозяин, наверное, узнает. Почему оставил углы? Сами почувствуете, когда будет делать огонь добывать. Да, мы сейчас попробуем добыть. Так. Ну, огниво у нас ссылочка. Совершенно. И острыми краями должны черкнуть. Доставить огончик. Ой-ой-ой. Ты что, конский волос горит. Вот, смотрите. Это очень эффективное огниво. Там не как там вспыхнул здесь, а именно гуляет, уходит. О, видите как? О, долго горит. Ну, поэтому, да, и не сильно она сразу изнашивается. Вот там, где был огниво, его нету. В других сталях остается. А на урбылке, как так она порошковая, не остается ни следа. Вот так вот, мужики. Заказывайте, ребята, заказывайте. Ой, не тот момент. Вот момент такой. Красивый.